Сегодня, 20 октября 2023 года, в ФКУ К-53 открылся новый швейный цех. В данный момент это третий по счету швейный цех. Учреждением по итогам 9 месяцев выпущено продукции и оказано услуг на 29 миллионов рублей. В данный момент учреждение производит продукцию такую, как спальный мешок, сумка индивидуальная, буксировочные тросы и подтяжки. На объектах учреждения трудится 403 осужденных. Из них 130 осужденных исковиков, что позволяет выплачивать потерпевшим иски. Данный цех оборудован швейными машинками, что позволит дополнительно трудоустроить порядком 60 человек.